В Грозном появилась улица имени Героя России Александра Прохоренко. На ней установлена мемориальная доска. Решение увековечить память героя принял Рамзан Кадыров. Подвиг российского офицера стал достойным примером самоотверженного служения отчизне. Находясь в тылу ценой собственной жизни, вызвал огонь на себя, но он обеспечивал уничтожение террористов, и мы выражаем благодарность родителям за такое воспитание, достойное воспитание сына. В новейшей истории Российской Федерации мы знаем немало примеров самоотверженного служения Родине. Для нас ярким примером бескорыстного самоотверженного служения своей отчизне, своему народу является подвиг нашего первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и тысяч его соратников. Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб в Сирии в марте в районе Пальмиры. Его окружили террористы. Он вызвал огонь на себя и тем самым позволил пилотам российских ВКС нанести удар по позициям боевиков ИГИЛ. Офицеру было всего 25 лет. На родине, в Оренбургской области, у него остались родители, жена и ребенок. Именем Александра Прохоренко названы школы в селе Городки, где он родился, а также улица в Оренбурге.